Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Власти отказываются от ОЭК. Универсальная электронная карта должна была соединить в себе банковские сервисы, электронную цифровую подпись, проездной, полис ОМС и другие услуги. Однако за 4 года реализации проекта этого не произошло, рассказал исполняющий обязанности министра информационных технологий Кировской области Александр Зорин. В чем была претензия к универсальной электронной карте о том, что, собственно говоря, там они во многом дублируют банковские карты. С точки зрения функционала, ОЭК предоставляет своим владельцам минимальный функционал, прежде всего по сравнению с банковскими приложениями и, ну, части региональными социальными картами. На самом деле ОЭК пользовался чрезвычайно низкой востребованностью. В связи с этим, собственно говоря, все регионы с самого момента реализации этого проекта высказывались за то, чтобы, собственно говоря, эту норму закон отменить. Теперь власти отменяют нормы, которые позволяли держателям ОЭК использовать ее как удостоверение личности и получать с ее помощью госуслуги. В Кировской области за 4 года выдано 2500 карт. Региону это обошлось более чем в 4 миллиона рублей. В планах было выдать 500 тысяч карт. Таким образом, расходы казны могли составить 400 миллионов. Программа «Экономика». Фермеры могут подавать заявки на гранты. Деньги будет распределять Минсельхоз. В конкурсе могут участвовать фермерские хозяйства, срок деятельности которых превышает 24 месяца. Максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм может составлять до 30 миллионов рублей для разведения крупного рогатого скота и не более 21,5 миллиона на иные направления животноводства. Также будут распределяться деньги среди начинающих фермеров, работающих менее 2 лет. Они могут получить до 3 миллионов на разведение скота и до 1,5 на иные направления. Заявки подаются в Минсельхоз с 31 марта по 19 апреля. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Просроченные долги кировчан оцениваются в 6,5 миллиардов рублей. Это задолженность по кредитам, наличными, автокредитам, ипотеке и кредитным картам. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро по итогам 2016 года. Одним из способов решения проблемы с долгами может стать личное банкротство. Закон о банкротстве физических лиц устанавливает для этого 2 условия. Задолженность должна быть не менее 500 тысяч рублей, а неисполнение обязательств минимум 3 месяца. Можно ли рассчитывать на эту процедуру с меньшими долгами, отвечает директор многопрофильного правового центра, преподаватель Московского государственного юридического университета Евгения Чиркова. Но если мы посмотрим другие статьи, то в законе указано, что гражданин вправе подать в суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства и при наличии обстоятельств, которые очевидно свидетельствуют о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок. В данном случае не говорится ни о каких-либо сроках или суммах, то есть гражданин имеет право обратиться с заявлением о собственном банкротстве с любой задолженностью, которую он не в состоянии погасить. Чтобы оценить перспективы личного банкротства, можно записаться на бесплатную консультацию в многопрофильном правовом центре по телефону 326-888, Октябрьский проспект, 90, сайт юристкиров.рф. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 56,94, евро 61,81. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.